Поехали. Хорошо. Упс. Ты хочешь, чтобы я покормила грудью? Что? Не хочешь? Я не могу заставить Айдола кормить меня грудью. Это пересечение черты для взрослого. А Руби нравится, когда ее кормят грудью. Ревность тебе не идет. С точки зрения этики, кормление грудью взрослого мужчины – это не дело. Как же мне повезло! Ведь я родилась девочкой!